Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня необычный обзор. Это такой дешевый, даже не знаю, как его назвать, просто телефон. Хотя, ну, в принципе, Real Touch Feel Smart, Facebook, WhatsApp, под названием Venova, и моделька называется Venova N3. Стандартно для Gearbest в защите. Так, давайте все достанем, комплектацию. Комплектация богатая, друзья. Сам телефон защитили в пленочку и еще в защитную упаковочку. Сетевое зарядное устройство поддерживает у нас 5 вольт и до 1 ампер ток. Микро USB кабель. Инструкция, ну, тут, знаете, довольно тяжело так. Меню расписано просто 3.2.2, 3.2.2.4, то есть интересно. Чехол с самоклеющейся пленкой, вот это вот сдираем, приклеиваем вот сюда, как там нам угодно, или так, наверное, все-таки для камеры вот так, раз, и у нас появляется вот такой вот чехольчик. В принципе, как для вещи, которые стоят $27, довольно ничего. Так, ну и у нас был тут отдельно аккумулятор, я уже вставил сюда. Сам телефончик с 4-дюймовым дисплеем. На задней стороне расположилась светодиод вспышки. 0,3 мегапиксельная камера. Что он умеет? Он проигрывает, умеет у нас GIF, BMP, PNG, музыку, WAV, MP3. Так, давайте снимем эту пленочку. И попробуем его включить. На верхней части что-то подобие кожаного, вот такого вот вклейки. Дисплей видим в точечку. Так, где у нас кнопка включения? А. Кстати, кнопки, чтобы вы понимали, кнопки хардварные. То есть, слышно. Аккумулятор оказался полностью разряжен. Так, вы знаете, друзья, тут написано батарея 2000 мАч. На самом аккумуляторе написано 1000. Кому верить, наверное, аккумулятор. Аккумулятор BL4C в 4 месяце этого года изготовлен. Довольно маленький по сравнению с телефоном. Поддержка 2 сим-карт полноценных. И слот для microSD-карты. Откровенно говоря, я не знаю зачем, разве что музыку слушать. Итак, вставляем аккумулятор. И закрываем. Как видим, светодиод вспышки, камера. Ну, камера тут вообще такая смешная. Даже защиту на отскрытие поставили. На задней части, вот видите, пластик такой же немножко. Попробую показать. Такой же сделанный, как и вот передняя часть. Такая же в текстуре.